Дело няни-убийцы рассмотрят сегодня в суде. Кюльчхира Бабакулова обвиняется в убийстве 4-летней Анастасии Мещеряковой. Прокурор огласил обвинительное заключение. И вот только затем уже суд приступит к расследованию доказательств. Допрос потерпевшей пройдет в закрытом режиме. Я напомню, что Бабакулова приехала из Узбекистана и устроилась работать няней в московскую семью. 29 февраля, когда Гюльчихра дома, осталась одна с девочкой. Женщина подожгла квартиру и убила ребенка. Экспертиза уже потом установила, что Бабакулова страдает хроническим психическим расстройством.